Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Amarkets. Как обычно, в 9:30 по московскому времени мы проводим для вас разбор самых актуальных экономических событий, а также предоставляем наиболее качественные торговые идеи. Итак, сегодня у нас пятница, 16 сентября. Можно говорить о том, что торговая неделя подходит к концу, подвести определенные итоги торговой недели, а также сориентироваться относительно тех возможностей, которые будут у нас на финансовых рынках. Сегодня последний день оставляет нам также очень неплохие возможности для заработка, потому что предполагается ряд выход интереснейших новостных событий. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с обзора тех событий, которые произошли вчера. Вчера был четверг, очень насыщенный день с точки зрения макроэкономики. Мы с вами могли наблюдать значительное число очень важных событий. Однако, чуть забегая вперед, нужно сказать о том, что они повлияли на рынки, может быть, не так сильно, как мы этого ожидали, просто вследствие того, что большинство из новостей оказались прогнозируемыми, то есть не отличались от прогнозных значений, да, которые ставили, которые предполагали эксперты и аналитики. И давайте все-таки начнем с разбора новостей из Новой Зеландии и Австралии. Прежде всего, если вы следили за этой информацией, да, мы также давали определенный анонс. В Новой Зеландии публиковались данные по ВВП, а в Австралии, в свою очередь, публиковались данные по промышленному производству. И как мы можем увидеть на графике, несмотря на то, что данные и по Новой Зеландии, и по Австралии оказались хуже, нежели прогнозные значения, тем не менее никакого серьезного эффекта на движение валютных пар эти новости не произвели. То есть, более того, мы даже можем наблюдать, как вчера и новозеландский доллар, и австралийский доллар укреплялись по отношению к американской валюте. Это связано в первую очередь с тем, что все-таки сейчас основным ньюсмейкером, да, является именно американская валюта. То есть мы все находимся в предвкушении макроэкономики, именно статистики макроэкономической из Соединенных Штатов Америки, а именно прежде всего следим за заседанием ФРС, которое будет на следующей неделе. Вот поэтому вблизи этого события прежде всего мы и наблюдаем, как в основном все валюты выстраивают свое поведение именно вокруг американского доллара. И какая-то локальная статистика, да, будь то австралийская, либо вот новозеландская, о которой мы сейчас говорили, она какого-то существенного эффекта на движение валютных пар не оказывает. Да, как бы нам того не хотелось, все-таки сейчас есть тренд, да, по укреплению американской валюты, да, по основным парам. Мы это можем видеть и по евро с британским фунтом. Можно даже говорить о том, что вот по основным валютным парам, да, будь то евро и британский фунт, мы говорим скорее о боковой консолидации, да, последних дней, о том, что все-таки все находятся, как и мы, в ожидании предстоящих событий. Также вчера были довольно, можно сказать, даже неинтересные новости, да, из еврозоны по индексу потребительских цен. Почему неинтересные? Потому что событие произошло без изменений, да, то есть как прогнозировали эксперты, и такая же цифра была в прошлую публикацию данной статистики, поэтому, как можно догадаться, никакого существенного влияния на движение по паре евро-доллар данная новость также нам не принесла. Все-таки вот вчера можно говорить о том, что каких-то существенных движений, пожалуй, что и не было. Но вот порадовали новости инвесторов из Великобритании. Да, вчера выходило несколько очень интересных событий. Конечно, в первую очередь мы отмечаем то, что вчера публиковалось решение по процентной ставке, да, в Великобритании, но об этом чуть позже. Если говорить о прочих новостях, то это базовый индекс розничных продаж, а вчера по Великобритании был опубликован, а также просто объем розничных продаж, да, там были значения месяц к месяцу и также квартальные, насколько я понимаю.
И все эти новости в целом были позитивны, весьма позитивны для британской валюты, но тем не менее, вот опять же, каких-то существенных движений мы не видели. Да, переходим, пожалуй, к самому интересному новостному фону, который был зафиксирован вчера. Это решение ЦБ стран по своим процентным ставкам, ключевым процентным ставкам. Я думаю, что вы наверняка знаете эту информацию, да, то, что вчера и Швейцария, и Великобритания провели заседание своих центральных банков, в ходе которых было принято решение не изменять основную ключевую ставку ни в большую, ни в меньшую стороны. Конечно, это было весьма прогнозируемым, если в отношении швейцарского ЦБ все было вообще почти на 100%, да, понятно, что никаких изменений там в ближайшие кварталы, а может быть даже и год, да, там не предвидится. Напомню, что в Швейцарии сейчас отрицательная процентная ставка, и еще сильнее опускать ее, пожалуй, смысла пока и логики, да, в этом никакой нет. Но и общий тренд на снижение ставок продолжается, да, поэтому повышать ставку уж тем более вряд ли сейчас кто-то будет из европейских, да, регуляторов. Вот что касается Соединенных Штатов Америки, да, об этом уже отдельный разговор. Здесь как раз-таки мы говорим о том, что вот-вот вероятно повышение ставки в США. Вот о чем стоит сказать, о том, что мы знаем, что существует такой двухнедельный обычно период, когда все центральные банки основных стран, да, принимают решения о своих ставках. И причем какой тренд обычно задается на первой неделе, так все чаще всего продолжается и на неделе второй. И вот в этой связи, конечно же, если мы проводим некую параллель, да, мы можем предположить, что вполне вероятно США также на следующей неделе не будет принимать каких-то неожиданных решений, да, и не будет повышать свою процентную ставку. Опять же, во многом ориентируясь и на то, что регуляторы из Европы, да, основные, не стали ничего предпринимать. Тем не менее, по штатам может быть отдельный разговор, да, у них несколько своя сейчас подоплека, да, касающаяся и предстоящих выборов, да, в том числе, и макростатистика также публикуется, несколько разнонаправленная, да, из этой страны. Вот сегодня очень интересный момент, да, дело в том, что сегодня будет публикация индекса потребительских цен уже из США. И, как мы знаем, это напрямую имеет отношение к, данный показатель имеет отношение напрямую к инфляции. А значит, вот исходя из этих данных, уже будет понятно, будут ли хоть какие-то основания у ФРС США поднять ставку на следующей неделе. Напомню, 21 сентября в 21:00 по московскому времени запланировано заседание ФРС, а точнее уже публикация самого показателя, который мы все так ждем. И вот если значения сегодня, да, останутся без изменений, опять же прогнозные, да, то вряд ли какие-то основания для принятия таких решений серьезных, да, по повышению ставки у ФРС будут. Поэтому вот я бы вам советовал обратить внимание на индекс потребительских цен по США сегодня, он публикуется в 15:30 по московскому времени. И опять же, вот будем, исходя из в том числе этого события, выстраивать наши действия, да, и наши прогнозы относительно следующей недели и ставки ФРС США. Очень все ждут также сегодня заседания Банка России, да, ЦБ РФ, потому что, я думаю, вы об этом уже слышали, да, сегодня в 13:30 по московскому времени наш Центробанк будет принимать решение относительно уже нашей ключевой процентной ставки. Событие очень ожидаемое в связи с тем, что по многочисленным прогнозам, да, экспертов и по различным намекам, да, опять же, с новостным, прежде всего, фундаментальное основание есть все для того, чтобы ЦБ, наконец, несколько снизил ставку, потому что, как многие, опять же, понимают, да, и утверждают, 10,5% ключевая ставка – это весьма и весьма
высокий процент, в связи с чем российская экономика получает недостаточное стимулирование. Да, об этом говорится уже очень много и из бизнес-среды, а также есть некоторые подобные замечания и в правительстве РФ. Помимо всего прочего, да, нужно обратить внимание на то, что на прошлой неделе были опубликованы данные по инфляции, да, в РФ, месяц к месяцу считалось и с начала года. И вот оказалось так, что в последний месяц, может быть даже два, ощутимой инфляции нет. Более того, она находится в пределах нуля, да, то есть инфляции практически вообще не наблюдается, да, опять же, из тех критериев подсчета, которых придерживается вот официальные статистические ведомства, да, поэтому, опять же, учитывая, что такая вот цель по инфляции, да, по крайней мере, ближайших месяцев достигнута центральным банком, здесь, конечно, не нужно забывать о том, что имеет место быть сезонный фактор, да, потому что мы знаем, что летом обычно деловая активность снижается, в связи с чем и сами цены, да, могут попросту не расти в этот промежуток времени. Тем не менее, у Центробанка есть и фундаментальные основания для того, чтобы ставку несколько снизить. Как я уже сказал, да, этому способствовать могут цифры по инфляции, которые были опубликованы относительно недавно, а также объем промышленного производства. Эти цифры были представлены публике вчера. И можно отметить тот факт, что объем промышленного производства также оказался даже лучше ожиданий, лучше прогнозных значений, в связи с чем вот мы придерживаемся такого взгляда, что эти макроэкономические основания плюс риторика, да, вокруг предстоящего заседания ЦБ РФ, все это может способствовать тому, что сегодня мы увидим с вами снижение ставки до 10%, то есть на 0,5 пунктов вполне ожидается снижение ключевой процентной ставки в России. На что это может повлиять? Конечно же, на курс, прежде всего, доллара по отношению к рублю. Хотя здесь, опять же, тоже своя история. Мы давно уже отмечаем также то, что пара находится, вы можете это видеть, да, в очень узкой боковой консолидации уже на протяжении долгих месяцев. Есть признаки того, что какие-то искусственные, может быть, да, происходят вливания средств, поэтому курс несколько регулируется, да, кем-то со стороны, ну, то есть имеется в виду Центробанком, да, конечно же, кто еще может оказывать такое влияние на курс. Тем не менее, если состоится все-таки снижение процентной ставки до 10, мы можем наблюдать ослабление российской валюты, но опять же стоит быть крайне осторожным в выставлении своих, в открытии позиций, да, мы бы рекомендовали воспользоваться отложенными ордерами, причем не исключено и такое несколько спонтанное движение даже по укреплению рубля, потому что участниками, крупными участниками рынка, то или иное решение ЦБ может быть воспринято по-разному, да, и поэтому сейчас прогнозировать с высокой долей вероятности, куда отправится цена, да, можно лишь с большим трудом. Поэтому в любом случае ожидаем уже фактической публикации данной цифры, и не стоит забывать про параметры, конечно же, риск-менеджмента. Самое время перейти к основным ключевым уровням по мажорным валютным парам. Да? Рассмотрим прежде всего ситуацию по евро-доллару. Если мы говорим о дневном графике, то вы можете видеть, как постепенно снижаются вершины, да, максимальные значения, что говорит о том, что все-таки евро недостаточно силен для продолжения роста, да, который был еще в конце прошлого, да, и начале этого года. И поэтому сейчас вот на дневном графике складывается идеальная ситуация для продаж. Почему идеальная? Потому что весьма недалеко от текущих значений цены можно располагать стоп-лосс. И учитывая, что в последние дни были довольно большие тени, да, все время поджимали продавцы от верхних значений
пару евро-доллар, можно говорить о том, что продажи на сегодня будут в приоритете. Пожалуй, аналогичная ситуация и по паре фунт-доллар, хотя здесь все несколько интереснее, если мы будем смотреть на, опять же, дневной и часовой график валютной пары. Вполне вероятно, сегодня как раз-таки пробой верхней границы диапазона – это 1.3250. Вот в случае, если состоится пробой этого уровня сопротивления, мы с вами можем увидеть импульс, именно восходящий по паре фунт-доллар. Что касается нефтяных котировок, то мы уже не раз отмечали аналогичное, да, пожалуй, движение, аналогичное паре евро-доллар. Мы говорим о том, что на протяжении последних месяцев, да, мы не видим обновления локальных максимумов, то есть актив более склонен все-таки к снижению. Да. Об этом уже постепенно начинают говорить. Некоторые даже утверждают о том, что в ближайшей перспективе мы увидим, мы перепишем вообще исторические минимумы по нефти. Но мы пока бы не стали делать столь резких заявлений, да, но тот факт, что оснований для роста нефти в ближайшие дни пока весьма мало, да, более того, ситуация на графике с позиции технического анализа нам говорит о том, что пока все-таки нужно либо занять выжидательную позицию, либо ориентироваться все-таки на короткие позиции и преимущественно открывать сделки на продажу, либо после откатов, да, либо рассчитывая на пробой того или иного уровня поддержки. Вот те основные тезисы, которые мы для вас подготовили на сегодня. Надеюсь, данный брифинг, данная трансляция будет вам полезна. Еще раз подводя итог, да, отмечу, что сегодня все внимание к новостям из России, да, ждем решения ЦБ РФ, а также ждем новостей из США по индексу потребительских цен, которые также нам позволят уже выстраивать дальнейшую работу относительно следующей недели и заседания ФРС США. На этом все. Всем успехов в торговле и до новых встреч. Увидимся.